К другим темам. Курьезный судебный процесс завершился в Алматинской области. За нецензурную брань к 5 суткам ареста привлекли им заместителя директора Алматинского областного центра крови. Жалобу подали его подчиненные, это врачи, медсестры, лаборанты, ссылаясь на то, что им уже нестерпимо было выслушивать постоянные оскорбления начальника. Также установлено, что коллег своих он щедро одаривал отборным матом, когда был пьян. А в итоге оскорбленный врач-лаборант написала докладную главврачу, однако он не придал значения ее словам. И тогда последовало коллективное заявление в полицию. В ходе слушаний выяснилось, что это далеко не единичный случай с их заместителем. Более того, он уже привлекался к 3 суткам ареста за аналогичное поведение. Суд постановил Абдразакова Сирика Саменовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренной статьей 434 части 2 Кодекса Республики Казахстан, и на основании данной статьи подвергнуть его к административному аресту сроком на 5 суток. Обратить внимание начальнику управления полиции города Талдыкурган на допущенные нарушения при составлении протокола.